Всем привет, друзья! Вы на канале «Я американец». Иммиграция в подробностях. Уже как 10 месяцев, как мы находимся в иммиграции в Соединенных Штатах. Сегодня хотел вспомнить, как мы начали свой путь. Ну, естественно, и 6 месяцев заключения в Detention Center. Начали мы с того, что я приступил к поискам билетов. Билеты были очень дорогие, кстати. И так как у нас большая семья, то перелет, все, что предлагали разные приложения, интернет по покупке билетов, они были с большим количеством пересадок, и цена была очень большая. Но я нашел вот. Это не ради рекламы, я просто рассказываю то, чем мы воспользовались. Мы купили билеты на Aviasales. Может, кто-то купит где-то в другом месте. Много очень есть предложений. Вот. Интересную фишку я узнал, когда мы покупали билеты. Значит, я искал, ну, естественно, без пересадок. Естественно, чтобы цена была сопоставима нашему бюджету. Вот. И... интересно, что когда я открывал приложение на телефоне, была одна цена. Когда я открывал приложение на компьютере, то оно выдавало мне другую цену. И вот в один момент... То есть цены были где-то 350 тысяч, 300, 290 на пятерых человек. Трое взрослых, двое взрослых и трое детей. Вот. Давали такие ценники нам. 290 тысяч, 280, самое дешевое то, что я находил. И мало того, там было 3 или 4 пересадки, и полет был где-то порядка 40 часов, 35 часов, 30 часов, что ну никак тоже не укладывалось с маленькими детьми. Это очень тяжелое путешествие. Вот. И выдал мне билеты за 137 тысяч на пятерых человек. 13 часов перелет авиакомпания Nordwind. Правда, она оказалась не самым лучшим вариантом. Не, долетели мы нормально, они потеряли наш багаж, одну сумку. Мы в попыхах не обернули ее пленкой. Она была без замков. И, ну, имеется в виду, не закрывалась, была на замках. И похоже, ну, и как нам сказали, что она не вылетела вообще из Шереметьево. Ну и похоже, осталось там. Там были все новые вещи сына. Поездку мы ему купили, он у нас вырос из всего старого. Вот. Ну, так или иначе. Мы купили билеты, улетели из Москвы благополучно. Приземлились в Канкуне. В Канкуне мы воспользовались сайтом, таким приложением Airbnb, очень удобное. Мы сняли квартиру в центре Канкуна. Обошлась она нам что-то двухбедрумная. Двухбедрумные апартменты в 2400 рублей на наши деньги. Вот. За углом прямо был супермаркет со всеми продуктами, которые вы пожелаете. А также автобусная остановка. И где-то буквально минут 7 или 8 до мы нашли пляж недалеко рядом. Шикарный пляж, Карибское море. 20 песо билет стоил, 1 доллар на человека, туда и обратно. Мы отдохнули там 10 дней, потом мы вылетели из Канкуна в Мехико-Сити, там встретились с нашим проводником, с Карлосом. Пробыли там 2 дня, он нам помог найти гостиницу, устроил нас, и мы оттуда вылетели в Хуарес. А в Хуаресе нас... в аэропорту Сьюдад Хуарес. Этот город граничит с американским городом Эль-Пасо в Техасе. Нас остановили полицейские. Я не понял, кто они там, то ли таможенники, то ли полицейские. Стали расспрашивать, куда мы летим, зачем мы прилетели сюда. Я, естественно, подготовился, распечатал местные достопримечательности. Вот. А это было время как раз чемпионата мира по футболу. А у мексиканцев это у них вторая религия, футбол.
И они начали нас расспрашивать подробно. Вы что, говорит, сумасшедшие, что ли? Куда вы летите? Вы знаете, куда вы прилетели? Это один из самых опасных городов в Мексике. Здесь людей убивают, здесь наркокартели, там, ну и 5-10, в общем. Ну, ситуация такая, что пока вы не признаетесь, куда в ваших намерениях, они вас не имеют права, то есть, трогать. Как вы сказали, что вы идете на американскую границу, они вас тотчас же задержат и депортируют. Ну, мы, естественно, включили дурачка и сказали, что мы туристы, вот мы прилетели сюда, вот мы хотим там посмотреть, сям посмотреть. Потом он говорит, куда вы потом летите? Я говорю, в Доминикану, Куба и домой потом. Ну и все, он нас отпустил. И когда мы уходили, он нам вслед начал кричать, я знаю, куда вы идете, на американскую границу. Вот. В общем, мы взяли, сняли гостиницу недалеко от... Кстати, проходили мы не в Эль-Пасо, а там рядом пограничный пункт Санта-Тереза. Вот. И мы пошли на границу. Я прошел первый с дочкой, а жена пошла вторая. То, что происходило на границе, и то, что было дальше, я расскажу в следующей серии. Будет очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки свои обязательно, чтобы видео поднималось в топ. Всем удачи, хорошего дня, пока!